Приветствую, дорогие друзья, с вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение Братейта. Скряга! Мы прошли угрозу 1, время пройти угрозу 5. Погнали. В комментариях мне написали, что это один из самых простых персонажей для прохождения. Как бы, пожалуйста, набивай урона миллионы, миллиарды, в общем, 1000 урона. Можно раскачать хпшка несколько сотен, просто подкладку возьми, купи. Так, что мне взять? Я возьму сбор сейчас. Так, я беру щит. Я буду играть с щитами. Так, здесь я ничего не хочу. Тут я хочу щит. И залокаю, наверное, деревья. Короче, план у меня такой. Я качаю урон, думаю, где-то до 3-4 сотен получится раскачать. И все зависит от того, дадут подкладку или нет. Если дадут, то я, наверное, просто даже с этими 3-4 сотнями урона просто смогу быстро убить босса. А если нет, если не будет подкладки, то у меня единственный шанс выжить — это с помощью каких-то предметов, которые я куплю в магазине или найду в коробке. Так, шрам. Нужен ли мне шрам? Стоит он дохера просто. Наверное, нет. Ну, короче, как убить босса? Надо или просто хп до хера иметь, или как-то его восстанавливать. Восстанавливать, понятно, мне только через вампиризм. Ну, или через регенерацию, но там нужны какие-то хорошие предметы. Глаза пришельца. Блин, 30-ка сейчас — это дорогого стоит. Но если у нас хп будет большое, тоже будет прикольно. Мне скажут, обязательно надо было брать. 30 сейчас, конечно, это хорошие деньги. Деревья, еще одни. А где, простите, а где щит? Вот сбор нам предлагают. Давай сбор возьмем. А щит где? Типа щитов больше нет, они все закончились. Кидай глазки. Ну как, впечатляет? Пока нет. Не, как бы, если выпадает подкладка, то мне понятно прохождение. Если не выпадает, то как бы тут ситуация не такая простая. То есть на угрозе один я как бы во все верю. И в тысячный урон там как бы, это я все понял. Ну и то как бы, наверное, хантинг трофи должен выпасть. Там, через криты, через что-то надо. Броню он не хочет давать, и хп не хочет давать. Говорит, вот говна хочешь взять? Давай удачу, я столько деревьев набрал. Наконец-то броню дал, догадался. Ну дай ты мне этот гребаный щит. Просто двумя щитами я теряю по сбору. Вот в чем все дело. То есть тут как-то выжить-то можно. Кстати, мне не предложили восстанавливать хп через расходники. То мне явно не хватает. О, нормально. Странный призрак. Надо брать, чеш. Надо брать. Странный призрак, ну конечно, надо брать. Неполный идиот.
А вот и щит. Свой кожаный жилет. Ну, тут броня, но уклонение нам не нужно. ХПшка минус. Такое себе, конечно. Такое себе. Давайте проигнорим. Нахрен. Ну где расходник? Я уже начинаю нервничать. Где расходники? Уже мне к деревьям идти, что ли? Уже. Вот гады. Сейчас вы мне попляшете, подонки. Времени не хватило. Не, броню. Удачи, удачи, я возьму шапку какую-нибудь. Так, а что я хотел? Я хотел щит, правильно? Или неправильно? Он говорит, ты солнечные очки хотел. Я думаю, что безумие лучше, чем щит, чем очки. Прикинь. Ну просто падла, просто падла. Не хочет давать себе щит. А он говорит, а ты глазки, глазки кидай активнее. Но подкладка я тебе не дам. Слишком жирно будет. Не, ну отлично, коробки даете. Очень системно собираю. В кавычках, конечно. Не, ну броня, конечно. Не, ну мне нужен урон. Чё я могу? Ну, пожалуйста, дайте мне один щит. А вы предлагаете один щит. Ой, сука, какая мерзкая. Не, ну серьезно, ну блин, ну... Тяжело играть с... Бабок нет, ни хера нет. Только глазки эти кидает. Стреляю глазками. Ах. Смех на палочке в стеклянной баночке. Ну кидай уже, давай, мудила. Не, я просто сдохну в погоне за этим мудаком. А чё, это херня из неё такая выпала? Ну, это непорядочно просто. Ну, какая шестерня? Ну, ты что? Вот, нормальная вещь. Что-то у меня хп маленький. Дайте рерол. Возьмем удачу тогда. Безумие. Я уже обезумел, честно говоря. Дайте залокаем. Так. Нет, слишком дорого. Слишком дорого. Кидай глазки. В
Блин, как же они жрут хпшку быстро. Блин, укусил мудак совсем, вот этот маленький. Ну бей, бей вот этого урода. Бей его, сука. Это источник коробок. Ну как вот это? Я, естественно, ни хера не собрал, ну прекрасно. 149 не собрано. Говорит, возьми удобрение. ХПшку давай тогда. Ну, давайте безумие уже обезумим. Когтянка. Не, не надо никаких когтянок. Подкладка есть? Нет. А, кстати, и щитов-то нет. Я ж без щитов все играю. Может, я их пропускаю просто? Дайте еще один. Нет, он просто не хочет давать щит. Ну, разве это нормальная ситуация? Я думаю, что так тяжело играется-то? Ну, понятно. Щиты первого уровня, три штучки. Это не то, что там 6, у тебя 5, и ты 6 там найти не можешь. Кидай глазки тогда. Потом выяснится, что мы по сбору не добрали. Кидай, кидай глазки. О, коробка. Шапка с винтом. Берем. Свечка, меньше врагов. Ну, давайте возьмем. Ну какой же ты козел? Ну можно еще. Я даже купил дорогой, похеру. Купон. Здесь у меня такой голод к щитам. Давай, 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 их за экран туда. Им там самое место. Давайте, наверное, все-таки это все купим. Сделаем рерол. Еще один. Еще. Кольцо Мстителя. Хорошая вещь, но не для нас. Бесит, конечно. Ну то есть за 400, мне кажется, дорого на 12-й волне. То есть это как бы это нормальная вещь, можно рассмотреть, но не в период, когда я создаю первый капитал.
Хотя у меня щита даже нет. Шестого. Как же нам коробок дают, особенно хороших. Лазерная турель. Не надо, спасибо. Так, броня или ХП? Броня или ХП? Давайте ХП все. Подкладки-то нет. Шипастый щит. Зато есть. И очки есть. Так. Короче, вообще без коробок остался. Отлично. Отлично. Просто великолепно. Ну, вообще-то, если крит я уже так взял, то, наверное, дороговато. Давайте вот так. Все, хватит. Безумие. Вот безумие могу взять. Все, крит 33%. Ну, нормально. Глазки-то у него, там же урон, оказывается, влияет. Не только размер моего ХП. Получается, мы только глазками убить босса. Это, конечно, смешное будет прохождение. Грамотно стреляю глазками, что босс падает. Босс не может устоять. Так, а чё так сложно? А? Полно. Зажали. Ну давай возьмем эти 2 хп. Так, крит. Нет, уже не надо, да? Броня 3. Отлично. Так, это не надо мне ничего. Диван! Диван! Я могу еще раз сказать, если надо. Ну, естественно. Я посижу на диване. Я думаю, что все. Мы определились с прохождением. Так, ну, сусучары. Готовьтесь. Все, деньги мы уже не тратим. Диванные войска.
Ну, подкладку, если дадут, я, наверное, возьму. Ну, потому что, как бы, все равно можно сдохнуть. Даже сейчас. Дерево берем. На милая обезьянка берем. Черный пояс. Бонус опыта. Ну, давай возьмем. Так. Скорость. Нет, спасибо. Скорость не надо. Уклонение, регенерация. Давай дальность тогда возьмем. Медтурелька. Не, ну он не хочет, конечно. Просто так вот на халяву дать подкладку, нет, конечно. Ты попробуй без подкладки. С щитами первого уровня. Клоун, который бегает, бесишь. Что-то всех заражает скоростью какой-то. Подожди, подожди, дайте собрать. Коробки тут надо проверить. Подожди, подожди. Фокус. Фокус. А, скорость врагов и своя скорость, конечно. Вопрос, мне сейчас это брать или не сейчас? Сейчас 17-я волна, она, наверное, простая. Мне не нужно. Или нужно? Тогда что я делаю? Непонятно, что я делаю. Безумие какое-то. Лавкрафтовское. Творю. Так, пошел отсюда, щенок. И ты иди отсюда. Коробки давайте несите. Без коробок не приходить. Пошел отсюда. И ты иди отсюда, козел. Я же с дивана слезу, накостыляю вам сразу. Блин, мелочок кусается. Это нехорошо. Ребят, давайте без вот этого добра. Кибершард, да какой кибершард, ты чё, талисман? Ну, конечно, мы возьмем талисман. Котик-то, это хорошо? Хорошо, так, 9... Берем. Наконец-то, наконец-то. Не знаю, не знаю. Но, наверное, выгодно все-таки взять щит. После какой-то волны. Только после какой. После 20-й. Самое главное, чтобы босс от меня не убежал.
Утилизатор. Давайте тратить бабки. Ну чуть-чуть, на пол шишечки. Я не стал брать руку робота. Может, конечно, это была ошибка. Блять, просто какая-то. Меня бесит. Кидай просто глазки тогда и все. Мало глазок. Ну, не очень-то щедро. Смотри, какие вещи. Ну, я думаю, надо взять. Так, все, щит мы взяли. Регенерацию немножко взяли. Скорость атаки в неподвижности. Скорость минус 10. Давайте возьмем. Отравленный напиток. Давайте возьмем. Ну ладно. По-моему, уже всю херню, какую можно было только взять. Все взял, кроме... Ну давайте возьмем. Погнали, все. Херня какая-то, а не персонаж получился. Урон с Гукин хер. Он должен сражаться нормально, как мужик. А он что делает? На диване сидит. Не, ну ты это подай, сюда подойди, ёпта. Ну это нечестно. Ну, вы все видели сами. Диван. Ну, как бы, ну мне подкладка не выпала. То есть, считаю, что нормальное прохождение. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.